будучи в этой компании, я как раз понял одну интересную фразу. Мы часто говорим, не в деньгах счастье. Многие добавляют, в их количестве, там еще что-то. Но знаете, я эту фразу понял. Понял именно в компании Vision. Потому что, когда у тебя уже есть деньги, и ты не думаешь о том, что завтра их нет, и чем будешь кормить семью, они есть сегодня, завтра, послезавтра. И в этот момент ты начинаешь понимать, как понял я, что я сейчас испытываю большое удовольствие, когда я вижу человека, который только пришел, только начал, как он поднимает, как он зарабатывает свои первые деньги, как он делает первые квалификации, его признание. И вот от этого я получаю удовольствие. Леонид Алексеевич за 7 лет успешной работы в Vision сумел заслужить уважение не только пришедших после него в компанию людей, но и тех, кто стоял у ее истоков. Именно благодаря увлеченности, прекрасным организаторским способностям и полной самоотдаче удалось охватить такой сложный регион, как юг Казахстана. Я пришел, как сейчас принято говорить, из традиционного бизнеса, линейного бизнеса. И что дала компания? Понимаете, вот... Как бы это передать? Есть такое понятие «кайф жизни». Когда ты приходишь в эту жизнь, ты приходишь богатым, счастливым и здоровым. Почему многие не стали? Не захотели. Просто человек должен захотеть. Захотеть вот этого кайфа. И если он появляется, все у него получается. И вы знаете, вот именно эта компания дала мне этого. Легкость жизни. И я с человеком просто, я с ним общаюсь. Я встретил человека и просто с ним разговариваю. Я его никуда не зову. Я его просто сажусь и разговариваю. Ему говорю, знаешь, можно жить в кайф. Все. Получать удовольствие от своей работы – заветная мечта любого человека. Леонид Алексеевич ее осуществил. Достигнув высот в бизнесе, он стремится поделиться опытом с другими. Смотришь на этих людей и испытываешь удовольствие от того, что, да, тебя немножко в нем есть. И это действительно хорошее удовольствие от проделанной работы. И вот этим мне нравится и работа. Инвестировать, как бы сказать, себя в других. И видеть, как эти люди расцветают и становятся красивее, богаче, интереснее. 10-летний рубеж, который преодолевает компания, имеет и для Леонида Алексеевича особое значение. Вместо традиционного подведения итогов работы, он смотрит на это по-особому. Сейчас, фактически, я людям всем и говорю, фактически Vision только сейчас начинается. То есть те 9 лет, которые были, они были... не в холостую, конечно, потрачены, они пошли на становление компании, они пошли на развитие компании. И вот только сейчас, так можно образно сказать, и происходит день рождения компании. То есть вот сейчас нужно приходить в эту компанию, она сделала все для того, чтобы человек стал богатым, счастливым. Поэтому, когда человек приходит сейчас, ему дано все. Радоваться достижениям коллег так же, как своим, открыто и смело заявлять «я живу в кайф» может только по-настоящему успешный человек, настоящий лидер. Лидер в жизни, лидер в команде. Этим заслуженным званием и хорошими результатами Леонид обязан своему неизменному качеству – быстро объединять самых разных людей. Практичный и конкретный настоящий бизнесмен при ближайшем рассмотрении превращается в романтика и даже поэта. Ну, знаете, как достижение? Ну... У меня есть яхта, у меня есть дом, у меня есть машина. В принципе, у меня полный достаток сейчас на сегодняшний день. Как говорится, я особо ни в чем не нуждаюсь. Но это тоже достижение, но это материальное. А по жизни я человек такой, который любит путешествовать. Вы знаете, я за свою жизнь объездил всего 26 стран. А в мире 194 страны. Представляете, сколько у меня еще работы? Я был в Голландии на поле из черных роз. Этот аромат, он непередсказуем. И многие этого не понимают. Я могу сотню часов рассказывать, как пахнут черные розы. Но я стоял посреди поля, на заре, на них была роса, только вставало солнце. И я стоял в этом поле, вы знаете, это неописуемо. Леонид Алексеевич из тех людей, которые хорошо видят цель и знают, как к ней идти. Сегодня он в своей лучшей форме, и он вместе с Vision. А значит, еще многие красоты будут увидены, и многие высоты будут покорены.